Мазай Александр Владимирович. Молодец. Вот нам сколько. Назад. Слава Богу, мы уже, наверное, чего-то достигли в жизни, уже трое детей, да, это уже будущее ребенка, скорее всего, ему здесь жить, ему здесь делать дом, какой он хочет, но у него уже есть планы на этот дом. Какие у тебя планы? Ну, я хочу большой дом сделать.